завершает первое отделение концерта выступление ансамбля русской народной песни Приморского краевого колледжа искусств. Художественный руководитель Наталья Галкина, концертмейстер Виктор Калмыков. Вы услышите два произведения. «Ой, из-за гор» – отрывок из казачьего свадебного обряда, записанного в станице Бесстрашной Краснодарского края, обработка Копаева. И казачью плясовую «Вы казачки, казачки, военные люди». Невеста наша была сирота, воспитывали ее крестные и крестная. По обычаю, в день свадьбы невеста должна была много плакать и голосить. Считалось, если невеста много плачет и голосит в день свадьбы, значит, жизнь ее счастливой будет. Невеста ли сама голосила, или на станице была женщина, которую приглашали, чтобы она голосила. Ой, из-за горы, горы, крутенько и давы, ступали до тучи сильной. Ой, это Where?